Так, мы идем показывать нижнюю часть. Вот это вот центерборд кейс. Вот так он выглядит. Это то, что выпилено было. Я заделал все фибергласом. Еще надо будет, наверное, пройтись там каким-нибудь загущенным клеем. Все края обмазать, чтобы им было лучше. То, наверное, тут не все хорошо здесь. Вот так он выглядит. Вот эти вот края надо промазать как следует, чтобы они все забились. А может быть, даже покрасить. Так вот, с этой стороны. Центерборд кейс изнутри.